Всем привет! Вы на канале Эд-Страшилки. И сегодня у нас теория по каналу Непета Страшилки. Тайна семьи Майер. Эпизод 1. Откуда суперсила у Сони? Совсем недавно из новых видео на канале Непета Страшилки мы узнали, что у Сони есть особая суперсила, которая появилась у нее из-за второго духа, живущего внутри нее. Киры. Для начала давайте обратим внимание на само имя Киры. Оно не так просто, как кажется на первый взгляд. Имя Кира может иметь различное происхождение. Оно может быть женским вариантом мужского имени Кир, происходящего от древнегреческого Кирос господин, или персидского царского имени Кир, означающего как солнце. Также может происходить от индийского унисексуального имени Кирана, которое в современном хинди звучит как Киран, луч света. Помимо этого, Кира – это англицизированная формула ирландского имени Кьяра. Имя Кира распространено в Японии, где оно означает «сияющее». И вы, естественно, задавались вопросом, откуда эта суперсила у Сони? Почему именно внутри нее живет одновременно два духа? Как так? И почему к ней притягиваются различные магические артефакты? Там книга снов, Морфеус. Почему ее преследует инопланетянка Карина? Почему ее преследует огромное число духов? В этом видео я постараюсь немного разобраться в этом. Давайте вспомним февральские видео про Амалию и про то, как Соня попала в альтернативную реальность, где у нее не было никаких магических артефактов. Каким образом связана Амалия с исчезновением магических артефактов? Переместившись в прошлое, Соня предотвратила появление Амалии куклы Аннабель, что в итоге привело к исчезновению у Сони всех магических артефактов, то есть их вовсе будто бы не существовало у Сони. А теперь давайте вспомним, что именно Кира является своеобразным магнитом для этих магических артефактов. Как это может быть связано? Из этого можно вполне сделать вывод, что сила у Сони появилась именно из-за того, что кукла Аннабель попала к Амалии. А это значит, что Амалия напрямую связана с Кирой, что именно благодаря тому, что кукла Аннабель попала в руки к Амалии, и Амалия в итоге умерла, у Сони появилась вторая душа в виде Киры, которая в итоге стала ее суперсилой. Интересно, не правда ли? Давайте вспомним, от кого Амалия получила куклу Аннабель. От Валлак. А кто знал о суперсиле Сони? Правильно, тоже Валлак. Откуда? Какой вывод на данный момент можем из этого сделать? Что кукла Аннабель попала к Амалии, Амалия умерла, и каким-то образом у Сони появилась вторая душа в виде Киры, но не достает одного звена. Каким образом связана Амалия и Кира? Ну как найти это недостающее звено? Для этого нужно покопаться глубоко в корнях семьи Майер. Да-да, вы не ослышались. Именно в корнях семьи Майер. Вы не замечали, что все из семьи Майер работают в каких-то очень странных местах? В чем дело? Откуда суперсила у Сони? Кем работает дядя Гриша? Как с этим совсем связана Амалия? Все это мы узнаем в новых сериях теории по Непете на моем канале. А на этом все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вы поддержите мой канал и эту рубрику лайками, а также напишите хорошие комментарии о том, что вы хотели бы еще разузнать о канале Непета Страшилки. Всем пока!